А перед началом видео я хотел бы объявить, что запускаю конкурс на 3 пропуска на данный сервер Дельта. Для этого вам нужно подписаться на мой канал, поставить лайк и оставить ссылку на ВК-про. Всем привет, дорогие друзья! И сегодня 30 июля. И сегодня я зашел на сайт Warface и увидел данную новость. Сервер Дельта. Новый сервер. Новый персонаж, выделенный сервер, никакого кредитного оружия и только одна цель. То бишь, на этом сервере будут только варбаксовые пушки. Никакого доната, ничего туда донить не надо. Но, есть одно условие. Этот сервер, допуск на этот сервер стоит 150 рублей, то бишь 300 кредитов, друзья. Вот. На специальной страничке, ссылка будет в описании, вы можете получить доступ к этому серверу. Всего одна неделя. Никакого кредитного оружия и передавайте награды на свои основные сервера. То бишь, все награды, которые вы там заработаете, вы можете передать их на основного персонажа. На любой сервер. Альфа, Браво, либо Чарли. Первый сезон даются вот такие вот достижения. То бишь, вам нужно постреляться в рейтинговых матчах. Вам дадут вот такую вот синенькую достягу. Зелененькую вам дадут войти в 50% лучших игроков, то бишь 50 на 50. Войти в 15% лучших игроков, такую оранжевую огненную, и более огненную в 5% лучших игроков, и в 1% лучших игроков вам дадут прям вообще самую, наверное, зверскую, наверное. Но они какие-то одинаковые, блин, здесь. Мне вот это, кстати, больше нравится, чем вот это. Особенности сервера. Уникальные сезоны. Каждый сезон вас будут ждать новые правила, цели и награды. Но, друзья, то бишь, мы сейчас покупаем за 150 рублей первый сезон. И что? И дальше сезоны будут, что, также стоят по 150 рублей, что ли? И что? И это как вообще понимать? Ну ладно, дальше будет, дальше посмотрим. По итогам сезона прогресс предыдущего будет обнуляться. То бишь, если начинается новый сезон, то вы начинаете с нуля. И ваш уровень будет тоже на нуле. Награды вы сможете передать на основные сервера. С чистого листа создайте нового персонажа, начните путь с нуля на выделенном сервере. Навык и мастерство. Используйте только предметы от поставщиков и ничего больше. У вас будут предметы только за варбаксы, которые вы открываете на поставщиках. Все, то бишь обычная, редкая и легендарная. Легендарная? Не помню. Ну ладно, не суть. Передача наград. Сильнейших ждут крутые призы, которые можно перевести основному персонажу. Победы в рейтингу в первой лиге. При выбывании из первой лиги процесс будет обнулен. Вам предстоит набивать серию побед заново. Итак, давайте купим доступ. Получить доступ. Выберите имя для вашего персонажа, для сервера Дельта из ваших текущих имен. Внимание, имя нельзя будет поменять позже. Давай БТР, мой основной аккаунт. Итак, друзья, мы купили доступ к серверу Дельта. И у нас появился персонаж первого уровня, то бишь ваш основной персонаж, но первого уровня. Ой, очень странно как-то это выглядит все. То бишь у вас все тут на нуле, то бишь вы получаете чисто нулевый сервер. Без всего. Тут кредитов даже нет, понимаете? Это вообще жесть какая-то. То бишь ты купил сервер? Тут еще и пушки только стоковые, понимаешь? Тут еще и пушки стоковые. Ладно, спецоперации требуется ранг 100. Тут чисто ПВП. Типа мясо, командный бой, все. И рейтинг. Есть рейтинг, смотрите. Награды. Варбаксы, варбаксы, варбаксы. Ох, легкие перчатки. Это поставщики, то бишь, с каждой лигой ты открываешь набор поставщиков. С каждой лигой стволы, арморы, каски, ботинки там, перчатки. Вот. С каждой лигой все лучше и лучше. Калашников там вижу. Ага, спектры, это уже легендарки пошли, да? Сей Грей за второе место. И за первое место... Что? То бишь, эти задания, ой, эти предметы я могу передать себе на сервер? А если они у меня уже есть? Еще раз, что ли, передать? Ну, это бред, ребят. Это что за бред сделали?
какой-то. Ладно. Начинаешь ты с 21 лиги и начинаешь со стоковым оружием и со стоковой армором, одеждой. Со стоковой одеждой ты начинаешь. И типа тут все равны. Вот. Они хотят сделать типа опенкаповский, может, какой-то там сервер. Я не знаю. Так что участвуйте в конкурсе. Всем пока.